понимаете, ни на один вопрос нет конкретного ответа. Вот я вам, не знаю, говорил, а в прошлом году была создана прекрасная врачебная организация, прекрасная. Игорь Владыченко ее возглавил. Люди должны прийти на выборы. Но Матийчук не успел вовремя приехать и поставить печать. Понимаете? Люди не смогли подать документы. Вы думаете, она извинилась перед ними? Прошел уже год. Извинений так и нет. Понимаете? У человека, да, она очень много сделала в период революции, но у человека выросла корона. А для политика самое главное вовремя уйти. Ваше решение ближайшее, то есть конкретно? Ваши действия. Сегодня будет подана скарга, вот скарга, политическую раду партии Демальянс по поводу моего исключения. Мало того, я хочу вам зачитать, есть решение контрольно-ревизионной комиссии Николаевской областной организации партии Демальянс. Значит, политраду ПП Демальянс заява. Прошу изменить решение бюро Николаевской областной организации ПП Демальянс від 16 липня 2016 року про виключення з партії Фудіштейна Ігоря Йосиповича. Тому що вважаю це рішення безпідставним, пов'язаним з особистою неприязнью, прийнятим з порушенням процедур. Голова КРК Миколаївської обласної організації ПП «Демальянс» Андрій Фарафонов. Старий партійці. Многі старі партійці недоволені тим, що відбувається з партією. К сожалению, ну, несколько, так сказать, таких прилипал вокруг Евгения Матійчук, мутят воду и хорошую партию. Игорь Владимирович, вы остановились на каких-то действиях. Какие действия будут приняты? Скарга. Пока что скарга. Не заявлено. Мы не можем суд подавать, пока мы действуем вот устав партии. Да. Устав партии. Конкретно. И мы действуем согласно уставу. В 10-дневный термин я должен обжаловать решение своим исключением. Все, понятно. Только после этого мы можем обращаться в суд. Мало того, здесь четко написано, что на период оскаржения действие их решения приостанавливается. То есть я действующий член партии со всеми вытекающими полномочиями. Можно попробовать?